Идем уже 3 часа от Нижнего. Такие живописные тут места по берегу. На сегодняшний день прошли 705 километров от Череповца. Скорость, путь в день у нас получается 140 километров. С учетом того, что сейчас скорость у нас выросла на 30%, дальше должны идти по 180 километров в день. О, какой тут закат. Утро 23 мая. Встали вот за этим островком. Ночь простояли очень удобно. Местечко называется Макарьево. Видимо, Макарьевский монастырь. Но если ты... Блинский.
километров. Четыре часа дня, идем по Чебоксарскому водохранилищу. Город Космодемьянск на берегу водохранилища Чебоксарского. Конец Чебоксарского водохранилища. Остановились на стоянку. Птички поют. Журчит источник напротив нас. Соловушка. Место чудесное, тишина такая полная, и птички поют. Мая 24. Мы стоим в конце Чебоксарского водохранилища. Чудесное утро. Птички поют. Красота. Я себя чувствую как в пятизвездочном отеле. Каждый день за окном все время новая картинка замечательная, все время меняется. Просто несказанное удовольствие идти на этом супер пароходе. Теперь, когда неприятности все остались позади с двигателем, совсем все иначе воспринимается и легче дышится, и получаешь несказанное удовольствие. Это Чебоксары, 1172 километр Волги. мая 24, 9 часов, мы в Чебоксарах, проходим их. Шлюз ожидает нас в Новочебоксарске. Подходим к Новочебоксарскому шлюзу. Шлюз 18.
пока нормально. Нормально. Еще первого не дошли. Вот сейчас будем ворота проходить. Проходим ворота. А, вот же, внизу, ну. Внизу написано. Впереди второй. Проходим второй. Впереди третий. Подходим к пятому. Через один наш. Пятый. Наш седьмой. Шестой воткнешься. Шестой, наш следующий. Реверс. Дай чуть-чуть реверс. Отлично идем. Отлично. Просто отлично. Все супер. Че это они так сгрудились тут? Приближаемся к Казанскому автомобильному мосту. Погода немножко пасмурная, но тепло. Казанский, а городок Волжск. До Казани еще 25 км. Нам на перерез мчится пароход. Самый-самый пароход прибыл в Казань. Впереди Казань. Заходить туда не решились, потому что непонятно, где там вставать. Но осталось километров 5.
Казань, утро. Мы встали в речном порту. Игорь причалил так профессионально, даже не ожидал. Я стоял за штурвалом, боялся, не знал, куда встать. В последний момент Игорь взял штурвал и уверенно, профессионально встал в узенькое место между двумя пароходиками. С прибытием в Казань. Какие клиенты? Ну, вон, садятся, видишь, на пароход. Стали хорошо. Во как мы сюда попали. Приплыли, выпустили назад, похоже, не пустят. Центр Казани. Пешеходная зона. Что такое интересно? Улица Баумана, вдали Кремль, видимо, я так думаю. Стадион. Это штуковина, пирамида какая-то, Хеопса. Великолепная мечеть, просто прелестная. Обалдеть, как хороша. Татарстан Street Stop. Пришли к речному вокзалу, сейчас нас будут не пущать. Не пустить, чтобы купить, чтобы нас пустили. Турникет. Решают, пущать нас, не пущать. Вот так к пристани становится. Пустили. Но про шоколадку вспомнили. Частная фирма. Ясно, мы на халяву здесь встали. Ну, нас пустили. Куда денешься? Стоит. Ждет. 10 литров молока закупили. Экскаватор катится на куче песка. Море.
спокойно, никаких 11 узлов. Ночуем посреди Куйбышевского водохранилища. Закат. Был небольшой дождик, радуга. Немножко дунуло, но сейчас успокоилось. Ингура обещал до 14 узлов порывы. Так 10. Но сейчас вроде спокойно. Но там, конечно, не очень красиво с этой стороны. Вдали огоньки какого-то поселка или городка. Тишина, спокойствие. Подходим к Ульяновску. Впереди океан. Куйбышевское море. Это еще узкая часть. Берег интересный. А после Казани проходили Жигулевские горы. Я их, честно говоря, даже не заметил. Но такие же холмы, берега вот такие. Это уже вторую яхту встречаем. Маленькую. На ходу какая первая. Нет, я видел. Да, ну, я был за штурвалом. Серферы перед нами тут гоняются. Подходим к Тольятти. Впереди шлюз. Там где-то. Шлюз в Ульяновске. Подходим. Идем в шлюз 21. Вот наш 21 шлюз. Ждем, когда загорится зелененький огонек. И нас... А сейчас для нас готовят камеру. С наручниками и всеми удобствами. Заходим. Первый. Третий. Я накинуть могу, но скорость приличная. Давай, давай, давай. Скорость большая. Ты гонишь? Давай этот накидываю. Давай. Накидываю этот. Блин, видишь. Нормально. Накидывай итог, я подтяну. Я не потянулся, если можешь потянуть сам. Я не потянулся, я потянул.
Леша, подожди, блядь, я же попросил тебя сделать нормально. Что ты делаешь? Я делаю, что берёт, мне перекрещивались. Ужас. Каждый раз, что завалились, они все время перекрещивались. Дай верёвку, ты бросил. Вышли из шлюза, ворота закрываются. Что-то дымит немножко. Вот это шлюзовой 120-й, который мы пропускаем в следующий шлюз. Оказалось, что это каскадный шлюз, два идущих подряд. Один прошли, вот ждем второй. Ждали час. Пошли горы. Гора Кузнецова. Вот и Самара, городок, на 730-м километре Волги. Ой, Самара, городок, беспокойная я. 1765 километр Волги за Самарой. Какая-то странная очень церковь. Сорвало нас нафиг с якоря, хорошо я заметил, чувствую, стука цепи не слышно. Вышел, смотрю, фиг знает что, нас уже вынесло на судовой вход. Утро после штормовой ночи. Не зря, видимо, там в Сызране на рейде стояли эти пароходы, сейчас попрятались. Сейчас они как все повылезают. Будет нам счастье. Красота. Прямо Таиланд. После ночного кошмара
и такая благодать. Подходим к шлюзу Балахова. Это уже не по-детски волны такие. Ветерок охренеть. Такие горы по берегам. Подходим к Саратову. Ну, еще не подходим, но километров 50, наверное. Погода успокоилась. Только что был сильный ветер, большие волны. Утренний Саратов. Сзади остался Энгельс на том берегу. Идем к Саратову.
Эх, Саратов. Сели на мель сейчас пару раз, когда шли поперек речки. Причалили вот к этой барже. Дали мост. Стоим у какой-то Затонской улицы. Вот из этого окна нас тетка сначала не хотела пускать, потом пустила. Горюха, вот бы нам такую скорость, да? Леша, мы когда бы эти 4 тонны улетели, мы бы 2 дня. 2 дня, думаешь? Я думаю, быстрее. Ну, наверное, быстрее.